Привет, друзья, подписчики мои! Мы сегодня смотрим, у нас сегодня распаковка, первая часть из нескольких, нескольких распаковок и сборок этого прекрасного набора. Набор реально огромен, но даже его башня на коробку не умещается, и у меня в камеру, естественно, его не возьмет. Но набор правда, друзья мои, огромный. Поэтому ролик о том, как я его покупал и где я его взял, смотрите, он уже есть на канале. Вот, а мы будем приступать. Сегодня в ролике мы... достанем все детали. А, слышал, что? Я тут угорал. Короче, забыл об этом в прошлом ролике сказать. Я говорю, может, раньше, я помню, когда я еще работал, давались в подарок наклейки. Бывало такое у них, халява. А тут она мне, знаешь, что говорит? Наклейки есть в наборе! Я такой, чего? Может, там еще и инструкция есть? Может, там еще и фигурки есть? Так наклейки в наборе, они же для набора, они просто так. Но это вообще был финиш. Ладно, ничего страшного. Спасибо продавцу, что хоть не выгнали меня из магазина. То, а бывает, они очень какие-то грустные какие-то там стоят. Давайте открывать. Я думаю, что, честно говоря, коробку вам показывать смысла нету. Все эти картинки вы можете найти в интернете. Мы сегодня здесь... вообще не об этом. Мы сегодня здесь будем показывать вам части набора. Подожди, а у него... Раз, два, три, четыре... А я сказал, что у него три этажа. А подожди, получается, этот съемный, что ли, получается? А тут... А, ну вот, они два. А, ну получается, мы сегодня... Будем хайпить, буду раскидывать на несколько частей этот набор. И я даже не знаю, как это все дело вам показать. Мне придется, наверное, как-то... Блин, какой же он тяжелый, вы не представляете. Ну, а этот набор хочется купить. Мы сейчас сделаем вот так, смотри, мы сейчас его развернем. Я подрежу скотчик здесь, оп. Оп. На трех скотчках держится, вообще удивительно. А вдруг что? Так, надо сначала разобрать... О, посыпалось сразу, да, посыпалось. Ох. Как много всего. Значит, пакетик номер 21. Класс. Ребята, сколько его собирать? 5600 деталей. Безумие какое-то. О, смотри, красиво какая штука. Ниндзяго 10 years. Вот это классная деталька, реально. Их в комплекте две. Одна с мастером Ву, одна просто на дереве. Вот такие пакетосы. Ну, типа, реально, коробка просто битком деталей. Обалдеть. Да посмотри. Ты просто посмотри. А, вот, получается. А, это статуя какая-то еще. Ёшки-матрешки. Так, ну, честно говоря, мне нужно... Само не заканчивается. Посмотри, это просто гора деталей. 5600 деталей. Вот этот набор, из него можно столько всего сделать, реально. Ой, а это что такое? Это что такое, ребят? Это что за деталь такая? Это откуда такая деталь веселая? Приколдеса. Так, давайте смотреть. Еще пакет. Еще. Это только пол... Это даже меньше половины я достал. Но я, честно говоря, ищу инструкцию. Короче. Значит, там еще коробка в коробке, вы понимаете? Чтобы, видать, не помялось. То есть там еще есть коробка. О, как что. Вот этот поворот. Ага. Сейчас, народ, я ее достану. Подожди секунду. Так. Блин. Это что получилось? Какой же он еще тяжелый все равно. Что я не пойму. Подожди. А там еще получается, что ли, детали? Блин, или такая огромная инструкция? А, там еще пакет куда-то завалился. О, боги. Нет. Сейчас, ребят, покажу вам. Тут какая-то белая карабасина. Тут, скорее всего, точно инструкция лежит. Вот она. Смотри, какая здоровая. И тут еще пакет. Вот такой маленький, 24-й пакет. Во. Фух, так, ну и что это за короб такой огромный? Как его открывать-то? Откроем здесь, посмотрим. Тикс. Коробка в коробке, пакеты ради пакетов. А, здесь у нас еще... О, смотри, серая пластина, раз. И маленькая серая пластина. По-моему, у Ниндзяго Доков такая же была концепция. Так, ну здесь еще гора деталей. Так. Супер. Много деталей. Вы посмотри. Вот это вообще. Короче. Так, вот, смотри, прикольно. Ой, смотри, какие интересные детальки. Какие-то ножички. А, и вот это тоже отдельная, смотри, деталька лежит. Ого, класс. Все в пакетиках. Супер,
Супер-пупер. Так, о, смотри, детали воды. Прикол. Тут еще... Ну, в общем, там еще гора деталей, вы поняли, думаю, смысл. Давайте посмотрим этот талмуд. Это чисто Толстой отдыхает. Вот серьезно. Здесь сколько наклеек. Сколько наклеек. Я с ума сойду их клеить. Ну, мне по ощущениям в два раза, в три раза даже больше, чем доки. Хотя по цене всего лишь в два раза дороже. Я вот не помню, по-моему, в доках за 17 тысяч, я покупал за 13, там была скидка. По-моему, там было 1500 деталей. Здесь 5500, и по ощущениям, ну, стоит дешевле, получается. Очуметь. Короче, лист наклеек номера uno. Лист наклеек номера 2. Вот это вот постеры ниндзяга. Не, ну здесь понятно, то есть ты покупаешь полноценную себе историю. В это можно играть, обыграться. То есть по факту тебе не нужно покупать много маленьких наборов. Ты покупаешь просто комплекс, знаешь, такой, типа all inclusive. Один набор, покупаешь три... берешь три таких талмута просто, здесь какой-то еще постер included. О, у нас еще бы она сказала, что там постер вам в подарок лежит. Ну да. Ну, кстати, слушай. Очень... Слушай, сделано типа как, как бы объяснить, как будто прям реальные люди. Я такой первый раз вижу в Лего. Обалдеть, смотрите, то есть получается у нас 4 дракона, 4 ниндзя, Мастер Ву и Ния. Но здесь не хватает почему-то Ллойда, это странно. Хотя вот Коул какой-то зеленоватый, любопытно. И 3 безумно огромных талмута. Обалдеть. Ну, короче, я этот ролик запишу для вас отдельно. Я его выложу, чтобы вы понимали. Я хочу, слушай, я... О, видали брак? Этот, инструкции. Видали, там был этот самый? Сейчас найдем. Я хочу, чтобы это видео, чтобы оно было, чтобы эти ролики были большими. Потому что, ну, типа, много роликов, чтобы было. Во, видал, как... смотри, какой косяк. Отвратительное качество печати вот здесь. Да и тут тоже, кстати. А, вот здесь получше. Удивительно, такие бабки. Вот первый нормально. Обалдеть. Ладно, посмотрю, сколько времени у меня уйдет на каждый уровень. Может, потом еще мы под уровнем распилим. Вот, потому что... любопытно, любопытно. Я думаю, посмотрим как раз на пару недель, контента я себе забью. Друзьям, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. О том, как это все будет происходить, ролики будут на канале. Деталей здесь реально много. Я это все соберу, мы все это посмотрим обязательно. Вот, я думаю, это будет круто. Вы просили ниндзягу, ребят, все, больше не просите. Это самый дорогой набор и самый огромный набор из ниндзяги. Серьезно, больше не просите, вот вам ниндзяга, все. Поэтому, с вами был Сюч Тюнгамош. Огромное спасибо, что были сегодня здесь со мной. Смотрели эти странные ролики про Лего. Всем пока-пока.